Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий на английском серваке, и я хочу попробовать потестировать нового героя мастера рун, посмотреть, как он будет, показать максимальные его возможности, что он сможет против других топовых расстановок. Так, что у нас интересного? 900. 1.58, 1.53. 7. Нету прям мега-мегавал. Но специально убрал смотра для того, чтобы он не мешал. Вы знаете, я уже показывал, что единственное, чего боится этот герой, это спектр. Он блокирует, и, соответственно, герои могут накинуть молчанку и очень быстро слить, его умение не работает. У нас будет вот такая вот сборочка с истинной верой. И сюда я поставил обряд лечения для дополнительной жизни и отхила, если, конечно, он попадет. В такой сборке у нас 11 тысяч уклонений, это очень мало. Думаю, нас будут сейчас пробивать. Так, ставим как обычно. Поехали. Попробуем, посмотрим, что он сможет сделать. Космо воодушка, лис воодушка, бард, зефир воодушка. Ну окей, поехали. Самое главное, чтобы он не активировал, если есть спектр у противника, а дальше, в принципе, все будет изи. Ну вот вам явный пример того, что этот герой реально кайфовый. Да, здесь у нас стоит истинная вера, но можно, в принципе, поставить выживание как вариант. Тоже неплохо. Самое основное, чтобы он не активировал героев со спектром. Но он это делает очень часто, потому что он бьет по сравнению с бардом героев. И в одинаковых сборках получается, он немножко проигрывает барду в плане прохождения битвы гильдии, потому что тот не бьет. Если убрать смотра и все остальное, тот не задевает героев, то есть он может бить там по одному герою и все. Этот же бьет несколько целей, и в этом, скажем так, минус. Но здесь есть плюс, то, что у него ограничения, как видите, офигенные. Плюс он снимает энергию, то есть он герои с воодушками не всегда будут у вас включаться. То есть это тоже плюс. Плюс герой имеет иммунитет. Но этот иммунитет, конечно, срабатывает в зависимости от ХП. На сегодня спектр — это одна из таких самых топовых чар для дефа, для PvP локаций, потому что с помощью нее можно убить имбалансных героев. Но когда нету спектра, вот вам, пожалуйста, во всей красоте. Зефир нифига не может сделать, лис нифига не может сделать, космо. То есть герои для бездоната, если его прокачать, ну так, относительно нормально, против хороших таких топов он будет тащить. Понятно, он не будет тащить против всех, особенно там, где есть землеройки, молчанки и прочее, но постараться, скажем так, это бездонатный бард. Ой, нас хорошо так только что надамажили. А почему я выбрал стойкость? Для того, чтобы у меня побыстрее и пораньше активировался его скилл. Ты, нифига себе, посмотрите, там Мэри походу с отражалкой. Он просто тупо убивается на героях с отражением. Да, мы сейчас сольемся, скорее всего. Слились, не хватило. Ну, не вариант. В таком случае можно попробовать использовать ворожея. Как видите, он очень боится отражалок. Дамага у него тоже дофига. По сравнению с тем же самым, опять же, бардом, этот герой офигенно дамажит. Если бард просто чисто стоит, тупо он там ресает, да, дает отхил, то этот герой забирает энергию и еще имеет неплохой дамаг. Это заметно потому, как он вне атакующей сборки все равно на отражалках сливается.
Ну, сейчас попробуем вдвоем с отхилом. Конечно, в таком варианте, то лучше сюда поставить СС-ку, чтобы отхил от ворожая работал получше. Ну, пробуем, смотрим. Как видите, лисица не настолько уже имбовая. Так, там Фрэнк. Вот плюс героя то, что он офигенно забирает энергию. Он просто тупо забирает энергию. И у противников, где нету воодушки на дефе, это просто подарок. Потому что в большинстве случаев без донаты заряжают вражеские герои, а снять энергию нечем. А тут просто кайф. Он еще и парализует их. То есть для PvP локаций герой очень-очень достойный. Я уже говорил, это один из топовых бездонатных героев. Есть, конечно, нюансы с его включением, но это все фигня. По сравнению с тем, что он делает. Можно поставить огненку на него, против, чтобы урезать, да, ну, урезать входящий дамаг. Сейчас по нему дамаг 9000, так будет 4 там с копейками. Но этого вполне хватает. Такс. Ну, двоих прошли, поехали поищем дальше. Я надеюсь, здесь будут сейчас хорошие дефы с воодушками, чтобы в полной мере протестировать. Так, Рея. Самое главное, я же говорю, это не попадать спектр. Вот, пожалуйста, он себе будет в районе там плюс-минус держаться, то есть больше-меньше не набирать. Фрея, Лиз бьет, Зефир бьет. И вот скажите, что это не один из топовых бездонатных героев. Он офигенный просто. Вот как по мне, он на сегодня один из топовых и актуальных героев. Лиз бьет, Фоба бьет, Ворожей, Зефир, Фрея. Нету спектра, все, вы можете свободно этим героем проходить. Понятно, что у большинства сейчас появится спектр, но для бездоната такой герой это просто подарок, я скажу так. Ну, единственное, что отхил, видите, режут ему отхил, конкретно, причем 57%. Ну, пробуем, посмотрим максималку. Я для этого его запустил. Сольемся, сольемся, не сольемся, не сольемся. Можно попробовать юнитами поотвлекать. Надо было раньше сделать. Откинем ворожая, попробуем. Ага, не спасет. Не спас. Ну вот, немножко подхила дали. Все, дальше опять без проблем. То есть такого плана героя, это как Фрея вот в прошлом, я не помню, когда Фрея в прошлом году вышла. Вот это один в один такой же герой бездонатный, который реально делает чудеса. Так, что у нас тут? Вот тут у нас такой же товарищ на дефе, вот это будет интересно, сейчас посмотрим. Вот молчанка прошла, все, под молчанкой, видите, если кидают молчанку и дофига дамага сразу же, его просто тупо разгребают. Здесь он уже не активен, ну, не актуален. Но против тех топов вообще песня. Нифига себе, тут точности у них. Мои герои просто разваливают. Прикольно. Смотрите, вот. А, спектр есть, все. Вот то, о чем я говорил. Будет у вас спектр на дефе. Вот все, спектр заблокировали и досвидос. Вот так вот. Так, давайте еще поищем противников. Интересно именно соло побегать этим героем. 1.3. Так. Что у нас тут? Лис вижу. А, есть землеройка. Тоже интересно. Ну и этого героя можно изначально вот сразу заблочить и убить. Не дать включиться его умению. Но если, в принципе, снять молчанку, протянуть до 70%, и при условии, что потом вы не словите блокировку,
то есть шанс. Но это не точно. Но в любом случае, для бездоната это однозначно плюс. То есть за счет вот этого ограничения, вот видите, опять кинули молчанку и все. Он не может использовать свое умение. Без варианта. Тут даже по ворожею попадают вот нормальные противники с точностью. Сейчас идут и все. И до свидания. Так, пробуем здесь. Смотрим. Если бы, конечно, он еще и не включал... Да, видите, где есть молчание посложнее. Там надо однозначно ворожать. А если бы он еще и не активировал, не включал других героев, это был бы вообще топчик. Да, блокировка есть. Тут шанслива тоже у нас будет сейчас максимальный. Будем активировать блокировку. Ну, хотя, в принципе, если точности у противника много не будет, то... Не, опять блокировка, смотрю, прошла. Думаю, ворожей здесь не спасет. Да, так оно и есть. Ну, так он более-менее тащит, но... Видите, мы выражаем, им активируем блокировку и все. Спектр, ребятушки, тащит. Как ни крути. Так, смотрим, что здесь у нас. Молчанка, блокировка. Попробуем сейчас вдвоем. Может, точности немного у героев. Ворожея просто разгребает. Я в шоке. Это при том, что у меня на ворожее... Сколько у него? 18-19 тысяч уклонения. Его просто разгребают. Он у нас ремка. Попробуем. Какой интересный вариант. Давайте. Сделаем максимальный дафный вариант с уклонениями. 21 тысяча. Допустим, их в разных... Я все равно, видите, блокируют. Сейчас хоть по выражению не так попадают, но попадают по этому... Его просто тупо блокируют. То есть для дефа на сегодня спектр — это имбалансная чара. Очень топовая и очень нужная. Так, смотрим, что у нас будет здесь. Вот молчанку накинули изначально. Ворожей должен снять. Ворожей дает подхил. Блокировки пошли. Вдвоем, в принципе, тандемчик очень даже неплохой. Ворожей будет снимать, должен, по крайней мере, снимать молчанку. Вот сейчас он снял, и дальше по нему молчанка только сможет пройти под спектром. Для этого надо, чтобы совпали карты, чтобы землеройка ударил в момент, когда работает спектр. Накинул молчание. Но это уже посложней. То есть тут уже вопрос кулдаунов. Ну, пока держимся. Вот, попали. Как говорю, ворожей, и он получается, даже если у вас нету смотра, активирует героев. Соответственно, если на ком-то стоит спектр, вы получаете люлей. Ну, а так, как по мне, очень даже ничего. Что мы уже кого-то ушатали, что ли? Сейчас лис. Лис отлетит. Вот плюс ворожей заряжает героя своим ударом. Этот разряжает. То есть тоже интересная такая тема. Так, что у нас осталось? Один топ здесь. Этого будет посложнее. Этими героями пройти.
Сейчас попробуем. Мы себе. Вот молчанка прошла. А под молчанкой все сливает. Ворожей просто тупо не может снять молчанку с него. Еще плюс блокировка. Нет, там такой дамаг идет по 2 ляма. Жестко. Жестко. Поехали, кого-то еще поищем. Давайте этого попробуем вдвоем пройти. Вот молчанка от землеройки будет у нас. Она, в принципе, снимается. Плюс Фрэнк. Плюс еще у нас есть стрелок. Пробуем. Посмотрим. Тоже довольно-таки неприятный состав на дефе. Стрелок, Фрэнк, землеройка. Ну, держится пока что. То есть уклонение для того, чтобы ворожей, и то ворожей, смотрю, сливают, слили. Забрали энергию, не дали включиться. Довольно-таки неприятный состав. Тоже блокировка есть. Ну, вот видите, везде, где есть блокировка, очень сложно будет проходить. И не только этим составом, и другими составами. Там, где нету блочки, это просто подарок. Так, землеройка. Сколько противников сейчас смотришь на это? 1.2. Так мало кажется. После 2 миллионников. Ну, видите, везде молчанки. Но молчанка — это полбеды. Попробуем здесь. Посмотрим, есть здесь спектр или нет. Да, есть. Вот вам. Вот вам на сегодня самая топовая чара. Интересно. Топа 900к попробовать. Фрэнк. Землеройка. Ну, молчанка — это еще не страшно. Говорю, молчанку мы сейчас выражаем, будем снимать. А вот блокировку вы уже, к сожалению, никак не снимете. И когда вот до половины доходит у него ХП, плюс Фрэнк, ворожай снимает молчанку, можно спокойно стоять. То есть не переживать за то, что его сольют. Самое главное, чтобы не было спектра. Потому что может в какой-то момент оказаться, когда у вас уже меньше 50. Ну, такой вот вариант тоже опасен, если ворожай не включится, не снимет. Если у вас будет... Вот как сейчас, мало ХП, пролетит молчанка, и его просто могут еще и ушатать, если дамаг хороший будет на героях противника. Вот тоже опасно, но держится. То есть один снимает молчанку, если там у него пол ХП, он снимает молчанку, ему будут лупить по минималке, то есть по 9к. Он будет отхиливаться. Ну, таким вот образом, сборка довольно-таки хорошая. Герой, опять же, бездонатный. Если брать там других донатных героев, они будут просто сливаться, нифига не сделают. Воу! Вот видите, все-таки нас немножко подшатали. Ну, в принципе, у нас есть дофигища других героев. Попробуем сейчас шатануть, если получится. Самое главное — Зефира ушатать внизу. У нас просто некому больше здания бить. Вот в чем проблема. То есть мы можем свободно сейчас с вами слиться. Ну. Мэри, давай. Тащи. Если Мэри Зефира не сольет. Хотя нам надо к Фубушке зайти. Все, тут, наверное, будет слив. Ну, я вам показал, как оно есть, то есть на максималке. Хотя у меня спектра есть, должны затащить, думаю. Сейчас интересно, как с ворожаем, сможем его ушатать. Герой актуальный, герой бездонатный, самый основной. И на сегодня очень-очень хороший. Поэтому качать его стоит, использовать тоже стоит. Баг на нем... Вы знаете про ралли-баги,
Я уже показал видосы. Все зависит только от спектра. Главное, чтобы у вас не было спектра головного мозга. И, в принципе, без проблем вы должны... Ай-яй-яй, немножко не туда, немножко не туда. Космо ударил, но, в принципе, добиваем. Ну, ничего себе. Все, ребята, мы должны тут пройти просто. Изи. Затащили даже на 100%. Без слива. Так, в общем, вот такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. У кого есть герой, обязательно качайте. Он вам поможет и в запределе, и в других локациях. Все, всем удачи, всем пока.